В Верхнеуральске состоялась дискуссионная площадка по выбору объектов инфраструктуры районного центра для ремонта и благоустройства в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела». Участники обсуждения предложили объекты первостепенной важности. Серия дискуссионных площадок стартовала в начале ноября. Обсуждения прошли во всех муниципалитетах Челябинской области. Встречу в Верхнеуральске посетили около 200 человек. Модератором мероприятия выступил председатель собрания депутатов Иван Машкин. Информацию о реализации проекта «Реальные дела» в Верхнеуральском районе за 4 года на слайдах продемонстрировал куратор проекта Юрий Журин. В 2019 году по решению губернатора все-таки принято решение об увеличении суммы финансирования на данную программу. В каждом поселении активные граждане на сегодняшний день проводят такие встречи и высказывают свои предложения, на какие общие цели можно было бы выделить денежные средства с целью реализации данного проекта. Сначала горожанам предложили высказать свои предложения. В частности, прозвучали просьбы по преображению фасадов некоторых зданий в центре города. Также люди попросили обратить внимание на создание условий для посещения Верхнеуральска туристами, отремонтировать автовокзал, предусмотреть зоны для экскурсионных площадок. Старшеклассники и учащиеся агротехникума внесли свои предложения через видеообращение. Меня зовут Захар, я студент и кадет Верхнеуральского агротехнологического техникума. Проживаю тут уже третий год в общежитии, и хотелось как бы его привести в отличное состояние, потому что тут учатся люди из многих регионов, из районов. Хотелось бы, чтобы наше общежитие попало в программу «Реальные дела», чтобы решить проблемы с проживанием людей в общежитии, чтобы не ездили студенты каждый день домой и обратно, то есть решить вот эту проблему. Меня зовут Федоренко Александра, я учусь в 11 классе в первой городской школе. По проекту «Реальные дела» я бы хотела предложить отремонтировать спортивный зал ДК. Меня зовут Александр. Я считаю, что в Верхнеуральском районе, то есть здесь нужны побольше пешеходов, потому что у нас везде находятся дети, я сам обращал внимание, но нет пешеходов, чтобы перейти дорогу. И народ пугается и не знает, что делать, особенно дети. Меня зовут Владислав. Ты учащийся 11 класса. Да. Первой верхнеуральской школы. Да. Теперь скажи, что бы ты хотел предложить по проекту «Реальные дела» в Верхнеуральске? Я бы хотел, чтобы в городе заменили и закончили прокладку труб, что газа, что теплопровода, что воды. И после всего ремонта и прокладки починили асфальт. Меня зовут Юля, я студентка Верхнеуральского техникума. Я вообще с города Магнитогорска, и раз в неделю я сюда, на выходные я уезжаю отсюда. И хотелось бы, чтобы сделали, отремонтировали вокзал, потому что в нем холодно, когда ждешь свой рейс. И тоже хотелось бы сделать парк, чтобы был, когда идешь на вокзал, было красиво. Чтобы, при вокзале, чтобы сделали и снаружи ремонт, покрасили стены, сделали отопление, потому что очень холодно ждать рейс, когда особенно долго. И, конечно, чтобы на парк обратили внимание, чтобы убирали листву и как бы сделали покрасивее. Меня зовут Иконникова Виктория, я учусь в 11 классе первой городской школы. По проекту «Реальные дела» я хотела бы предложить, чтобы в нашем городе развивалась инфраструктура. Во-первых, это развитие уличных площадок для того, чтобы молодежь смогла реализовывать свой потенциал, спортивный в первую очередь. А также по проекту «Реальные дела» хотелось бы, чтобы школам, общеобразовательным учреждениям в целом была оказана помощь. Например, как это уже было, заменялись окна в школах, и также хотелось бы сотрудничать с этим проектом. Всего на дискуссионной площадке прозвучало более 20 предложений по благоустройству и развитию инфраструктуры Верхнеуральска. Неплохо бы площадку сделать в доме детского творчества, там, где огород бывший. Есть, все знают эту пьесу, и отремонтировать сам фасад дома детского здания, дома детского творчества, да, потому что красивое здание, но оно уже, сами видите, в каком состоянии, неприглядно очень. Дорогие верхнеуральцы, следующий год – это год юбилейный для нашего города. Исполнится 285 лет в 2019 году. Хотелось бы видеть город наш очень чистым и привлекательным. Список
список реальных дел, выбранных верхнеуральцами, муниципалитет должен предоставить в правительство Челябинской области до конца ноября.